Сегодня 25 ноября 2016 год. Открываем сезон 16-17. Охота на куницу. Вот идем по путику с Женькой. Вон Женька за дерево стоит. Приближаемся к капкану. Сейчас посмотрим. Вроде куница висит. Ага, вон издалека вижу, уже висит. Рыбу вешали тухлую. Первый раз подходила, покрутилась на рябчика, нифига. Рыбу тухлую повешали, дать на запах прибежал. Вон куничка светленькая. Вот еще капкан стоит, шалашик. Ну, здесь вот ничего. А вон висит. Сейчас подойду. Сезон открыт. Получается. Светло. Около 2 недель здесь не были. О, кот хороший, крупный. Котяр. Наверное, котяр. Здоровый. А подождите, подождите. Соболь. Соболь, я говорю. Соболек. Второй соболек. Пятна нету желтого. Хвост коротенький. Почти что на уровне лап. Соболек. Второй соболь. В этом районе я в том году, ну, наверное, с километр отсюда, если по прямой брать, тоже соболя поймал. Вот соболек, еще один первый. Он в том году у нас тут ходил, не мог никак залезть в капкан. И вот рыба. Здесь рябчик был. А вот прошлогодний стоит. Тоже жердина прошлогодняя. Вот она. Было мне на уровне лица. Снега было в том году много. И вот она здесь висела, подошел, покрутился, видать, высоко, не полез. Мы с Женькой вот пониже переделали. И все, попался соболек. Светлый. Ну, дай бог, не последний нынче. Ну все. До следующего видео.